Параллельно с тем, на закрытом тесте начали тестировать уникальную советскую двухствольную машину ИС-2, второй, или же просто ИС-2. Да, главной особенностью этого тяжелого танка станет наличие двух 100-мм вооружений, каждая из которых сможет наносить по 300 единиц урона. В то же время разброс составит 0,4 на 100 метров, а время сведения 2,8 секунды. Ну а что же касательно пробития, 221 мм у ББшек и 256 у подкалиберов. Плюс важно понимать, что это совсем не финальные характеристики, и со временем все несколько раз поменяется. Возможно, даже разработчики заменят 100-мм орудия на 122-мм с меньшим пробитием и худшим ДПМом. Но, как по мне, меньший калибр с лучшей точностью все-таки оптимальное решение. Да и накинуть 600 за раз тоже очень даже неплохо, как для машины 8 уровня. По защищенности важно понимать, что корпус здесь от обычного 2-го ИСа, то есть это 110 мм в самой толстой части во лбу, но и в то же время башня ведь идет уникальная, и она имеет 235 мм брони в лобовой проекции. Короче говоря, защищенность танчик очень даже неплохо. По подвижности рассчитывать на что-то особенное не стоит. Да, он само собой будет быстрее КВ-4, но и медленнее 3-го ИСа. Так что сама по себе подвижность будет на среднем уровне, как для тяжелого танка. В остальном ничего примечательного, кроме того, что склоняться орудия будут на минус 7 градусов, и это, в общем-то, неплохо. Ну и да, пока все это тестируется на закрытых тестах, и вероятнее всего уже до конца года, как минимум на общие тесты, ИС-2 второй может и попадет.